Дружки, всем привет! Ну что, испытываю свою стойку самодельную. Вот. Одна труба уже готова на этот самый. Это канистрку, по идее, надо подсунуть было туда. Ну, как всегда, забыл. Вот, одна уже просверлена с двух сторон. По одной стороне 22 отверстия на 22. И, соответственно, по другой. Вот. 44 здесь. И сейчас надо выбурить будет 44 вот здесь. Все уже размечено. Засверлился, где мне надо. Все четенько. С первой там чуть-чуть косякнул. Ну, ничего. Все нормально, все сходится уже. Это вообще четкое. Вот еще 44 отверстия. В двух стойках 88. Плюс 6. Плюс 6. Вот 88 и получается 12. 100 отверстий. Но это еще не предел. Это коронкой на 22. Еще не сломалось. Стружит капитально. Вот. Стружки. Тут у меня тоже ведро выкидываю. Конечно, тут их дофигища. Беленькая вся, не перекаленная. Вот на третьем положении. Вот такие вот дела. Сейчас тесы настраиваю так, как надо. Ложу трубу вот эту. И погнал. Тесами прижал, просверлил. Продвинул, просверлил. И пошел, 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 пошел. Уже дрель трогать не буду. Вот как-то так.